Никаких слез. Адаптация у воспитанников нового детского сада в Одинцово-1 проходит легко. Дошкольное учреждение рассчитано на 350 малышей. 5 групп для совсем маленьких в возрасте от 2 до 3 лет. Они первыми и перешагнули порог садика. Большие группы, большие спальни, очень хорошее оборудование, кружковая, очень современная. То есть абсолютно все кабинеты, они соответствуют ожидания, можно сказать, родителей и воспитателей. В новом садике все продумано до мелочей. Просторные актовые и спортивные залы, большие группы и, самое главное, современный пищеблок. Его мощности позволят обеспечить полноценным питанием и соседние дошкольные учреждения, работающие в мини-формате. Про пищеблок могу сказать, что он настолько профессионально сделан, такая профессиональная техника стоит, столько возможностей, что этот детский сад будет таким центром приготовления пищи для других маленьких детских садов, которые здесь на территории находятся. 1180 детей из 8 и 9 микрорайонов Одинцова стоят в очереди за путевками в детский сад. Треть уже получили заветный документ и пойдут в новое дошкольное учреждение. Сейчас их родители занимаются оформлением медицинских карт. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».